Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки бюджетном балансире от компании Yaman. Моделька называется Nano. Данный балансирчик имеет длину 4 см, вес его составляет 7 грамм и расцветка в данном случае 0,9. Поставляется он на такой вот упаковочке. Балансир произведен у нас в России. Сам балансирчик выглядит таким вот образом. Тело у нас прогонистое. Во всех плоскостях оно практически округлое. И в боковой, соответственно, и в горизонтальной проекции. По детализации здесь имитации чешуи жаберных крышек и так далее отсутствует. Здесь нарисованный 3D глаз. В данной расцветке у нас балансирчик имитирует окуня. То есть вертикальные черные полосы, черная спинка, зеленый, светло-зеленый бок и бледненькая оранжевая брюшка. Балансир у нас оснащен двумя одинарными крючками в головной и хвостовой части. Крючки довольно острые, сомнений в качестве не вызывают. Установлен также хвостовой стабилизатор из прозрачного красного пластика. Если смотреть снизу, данный стабилизатор довольно обильно пролит клеевым составом. Балансирчик на спинке имеет петельку для фиксации лески непосредственно. И снизу имеет такую вот проволочную застежку для установки тройного крючка. Тройной крючок здесь без капли, довольно-таки липкий. В замене не нуждается по размеру. Кстати, тоже довольно-таки неплохо подходит для данного балансирчика. Балансир отлично подойдет в данной размерности, как правило, для ловли окуня. Но в прилове может попадаться также и щука. Балансир по игре имеет средний по длине проходы. Соответственно, от вертикальной оси покоя. Также балансир отлично рисует восьмерку. Здесь, ну, основные, скажем так, фишки в игре балансиров по классике, данный балансир вполне их делает. То есть, ну, имеется в виду игру, та же восьмерка классическая, проходы по сторонам и так далее. Классный балансирчик, стоит он довольно-таки бюджетно, отлично подойдет для ловли в сложных условиях, где существует большой риск потери приманки. По карману, по, соответственно, семейному бюджету потеря данной приманки не ударит. Стоит, повторюсь, довольно бюджетно. Приобрести данный балансирчик можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.